Готово. Что это? Там было написано какашка. Всем привет. Вы на канале Miss Alice, и сегодня у нас челлендж «Рисуй ногами». У нас сегодня новый челлендж. Рисуй ногами. Рисуй ногами, рисуй ногами. Так. Ты с кем снимаешься? С подругой. Как зовут? Аня. Аня. Смотрите, друзья, у нас есть здесь листы бумаги, есть фломастеры, есть мисочка с заданиями. По очереди тянете бумажечку, читаете, что там написано, и это вам нужно будет изобразить ногами на бумаге. Вторая угадывает то, что изобразила первая. Если угадывает, значит, балл засчитываем рисовавшему. Если не угадывает, значит, рисовавший балл не зарабатывает. Все понятно? Теперь камень, ножницы, бумага. Кто первый? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну, короче, будем считать, что я первая. Ну, давай. Так. Смелая ты моя. Достай бумажечку. Аня, не показывай. Читай не вслух, про себя читай. Ты поняла, что написано? Это легко будет нарисовать. Давай, бери любой цвет. Рукой не помогай, а то не засчитаем. Давай, я буду придерживать. Готово. Что это? Там было написано какашка. Какашку только давай берем. Так, читаем не вслух, читаем про себя. Не забывай, что говорить нельзя, что ты рисуешь. Это будет сложно. Да? Ну, давай. Выбирай цвет. Я тебе буду листики держать, чтобы у нас размазня не получилась. Уж совсем. Ну, давай. Твори. О, смотри. Ты пяткой там что-то двигаешь. Так, это что-то большое. Что такое? Так. Не, ну сейчас уже хоть готово. Что-то. А, да? Да, готово. Аня, у тебя будет сложная задача. Алисенька, как это правильно смотреть? А если она не угадает? Вот так? Вот так или вот так? Да. Вот так. Вот так. Птица? Нет. Человек? Нет. Так спокойно, нет. Цапля. Цапля нет. Ну ты хотя бы подскажи, это ну, близко, Аня, или совсем далеко? Далеко. Вообще далеко? Да. Это предмет? Нет, не предмет. Это еда? Нет? Кот. Собака. Лягушка. Ну ладно, не угадали мы. Алиска пока балл не зарабатывает. Что это, доча, было? Рыба. Вообще не похожа на рыбу. А на цаплю, то есть похожа, да? Да. У нее вот хвост и под голову. Понятно. Ну что, давай, Аня, тяни. Сейчас посмотрим, как Аня справится. Алиска, ты готова? Если я не угадаю, ты скажешь, хорошо?
Давай, я буду держать. Так. О! Все. Алиса. Это нога, да. Ух ты! Ничего себе, как с первого раза. Похоже. Молодец, Аня. Это нога. Супер. И один балл у нас уже есть. Так. Алиска, давай, твоя очередь. Я хочу вот этот вот. Вот этот вот. Давай вот этот вот. Читай про себя. Это будет нелегко. Такая предыстория. Ну, выбирай цвет. Давай, буду тебя держать. Листики. Готова? Нелегко. Так. Подожди, но выпало. Так. Стой, пятка уехала. Так. Ну, Алиса хотя бы уже не совсем каля-маля. Вставляй. Алиска, вот теперь это похоже на рыбу. Да, вот эта голова. Да. Так. Готово. Ты уверена? То есть ты все детали нарисовала, да? Что это может быть? Крокодил. Рыба. Рыба уже была. Это из животных или предмет? Животное. Ух ты! Это животное? Я близко или далеко? От этого. А, далеко. От крокодила. Енот. Кот. Кстати, я посмотрю, кто это. Подожди, ты сказала. Мне уже просто интересно. Это кот. Это кот? А, да. Это рыба. Да? Да. Ух ты! 1-1! Алиса! Да, это кот. Аня, ну ты просто вообще вырастешь, должна стать следователем, потому что разглядеть в этом кота... Алиска, я тебя поздравляю, у тебя первый балл, мочи пятюню. Так, чья очередь? Аня сейчас. Нет, это что вы написали. Так. Ты уверена, что там вертикально написано? Так, что-то они легкое попадается. Очень легкое. Алисе там рыбы, коты. Так. Опа. Единственное, все? Что? Я с этого нарисую. О, вот это правильно, а это нет. Алисе, тебе стало легче? Вот это нет, это вообще не правильно. Это плюшка. Плюшка? Нет. Почему плюшка? Почитайте. Так, что это? Алис, ну ты близко. Очень близко. Это булка. Нет. Ну с чем бывает булка? Булка бывает. А она бывает шоколадом. Ты вообще сейчас далеко. С другим. Чтобы не сладкое было. Икра. И не горькое. Нет, ну это же на икру не похоже, Алиска. Вот ну, на что это похоже? Мне кажется, что это варенье. Ну, длинное. Кто о чем думает, Алиса, о шоколаде и варенье? Алиска, да. Да! Покажи. Держи. Это сосиска, и после миллиона подсказок Алиска все-таки догадалась. Засчитываем балл? Давайте полбалла засчитывать, потому что ну, мы уже прям совсем подсказали. Да? Или как? Или балл? Я подсказала. Полбалла. Полбалла. Давай, все, полтора, один.
Так, моя очередь. Твоя да? очередь. Складывать будем. Подожди. Вот это хочу. Вот это хочу. Это варенье. Ну? Что у тебя всегда такое? Это будет нелегко, да? Да. Так. Я тоже хочу разу. Какую ты бумажку доставала? Вот эту? О, да ладно. Раки. Держим. Раки. Давай. Колбаса. Вы угадали, что это такое? Да. Вот. Я тут просто отходила, они это угадывали. Ухо. Это Алиса, я знаю, что ты знаешь. Ну, она сказала, это ухо. В общем, я слышала из соседней комнаты, что долго было обсуждение, в результате. И это вышло ухо. Да, и в результате у Ани полбала. Ой, у Алисы полбала. Короче, получается 1.5 на 1.5. Я полбала, я начала подсказывать, я ей сказала, да? Оно с дыркой. Оно с дыркой. В общем, 1.5 балла и 1.5 балла. У вас пока ничья. Ань, давай, тащи следующую бумажку. Только потом мне покажешь, когда я нарисую уже, и если я не угадаю. Да. Она всегда с таким этим... Что там? Позитив, позитив, это... А, ну чё, давай. Так, Лизка, смотри. Смотрю. Смотри. Вот так. Это смешно. Вот так. Так. Уже это не каляки, это уже похоже на что-то. Да, на еще одну сосиску. Не все. Алиса? Это платье. Нет, зайка. О, кстати, похоже, вот так если смотреть. Смотри, какое красивое. Декольте такое. Нет, Алисонька, вот так надо смотреть. Это по горизонтали. Это еды. Это банан. Нет, ты вообще далеко. Нет, ну у банана нет таких вот пимпочек. Видишь, она с двух сторон такая. Этот. Ну вот тут, видишь? Оп, оп. Это комбинезон Сонин. Это еда? Алиса в свободное время кушает Сонин комбинезон. Нет, это из еды, которые едят животных. Это кошачий корм. Ну, чуть-чуть из животных ты... Собачий корм. Собачий корм. Собачий. А что это именно? Корм. Так, этот диалог может длиться вечно. Давайте мы сделаем так. Раз не угадали, значит не угадали. Правильно? А то мы сейчас будем... В деле была кость. Кость. Похоже на кость? Нет. Нет, ну после Алисиной рыбы-то вообще сложно нарисовать что-то более похожее, правда, Доня? Так, кость не угадали. Алиска тянет. Я хочу вот это. Думайте хорошо, это вот подсказывайте, подсказывайте. Ну чё, Алис? Это будет нелегко. Так, что это? Да ладно, это легко. Ну, сейчас посмотришь, как это легко. Не, ну в твоем исполнении может и нелегко. Так. Ой. 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 Лисик, по-моему, фломастер плохо писал. Давай ты его возьмешь. Нет. Нет. Так и должно быть. Все. Это что? Ну угадывай. Это собака. Нет. Лисик, ты уверена, что это вот так должно быть? Ну да.
Я по-другому не могу нарисовать. Аня? Это предмет? Нет. Животное? Нет. Еда? Нет. Это не еда. Что скажи? Так аля-маля. Это из частей тела. С дыркой. Нет, без дырки. Большая часть тела, да, Алиса, учитывая то, как размашисто ты нарисовала. Ну, близко было. Выше. Ну, естественно, если это не ноги, то это что-то выше. Как бы ниже уже ничего нет. Я сейчас напишу, что это. А что такое сказать мне? Да? Алиса, она написала, что это попа. Ну вот это, вот это да. Нет, это не попа. Просто у Алисы вот это получилось как попа. Да? Ну все, я раз не угадали, я подскажу. Ну говори, конечно. Это рука. Рука, по-моему, вот так вот рисуется. Нет, она как попа рисуется. Что это? А почему на ней три пальца? Не знаю. Так, руку никто не угадал. Сказали, моя что рука. Это попа. Аня. Только три попытки. Давай. Три попытки. Всегда так позитивно. О! Давай. Это будет очень даже нелегко. Алиса. У меня такое чувство, то, что это сейчас будет это, как в башне. Похоже, если честно, на коктейль. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это, Аня признала. Это не получится, наверное. Почему? Ну, как бы, еще какие-то будут составляющие. Ух ты! Ты знаешь, как она выглядит? Я, да. Только я ее нарисовать не могу. Кажется, я уже знаю, кто это. Кто ли? Это бабочка. Слушай, но она близка. Я бы в жизни никогда не угадала. Это рожая коробка. Алиска, как вот в этом можно было разглядеть бабочку? Ну вот голова, вот крылья. Нет, ну ты близко, очень близко. Да. Я сказала потом божья коробка. Нет. Даже очень ты близко. При очень. Подумай. Кто еще может быть? Феечка. Нет. Ну нет, это из насекомых. Комар. Вот бы еще ближе, прям вообще прям рядом. Пчела. Нет. Яса. Нет. Ты вот комар. Ну ты правильно, ты крутишься. Очень. Да. Прямо близко-близко мам, я больше не знаю. О, а где у нас была какаха? Муха. Молодец! Молодец, Алиска, давай пять. Ты сделала невозможное. Алиска разглядела в этом насекомое, причем сразу. Ну, крутяк. И у нас уже 2,5, 1,5. Алиска, ты проигрываешь. Давай срочно исправляй ситуацию. Тащи. Бери, осталось 2. Я хочу этот самый маленький. Так. О, я это люблю. Да ты что? Да. Так, давайте посмотрим все втихаря, что любит Алиса. Суп. Так, подожди, я не держу. Что ты там так долго делаешь? Алиса, это вообще не выглядит так. Ты сейчас проиграешь. Но я по-другому не могу. Так тут ты что-то обманываешь. Все. Нет, перерисовывай. Это вообще не похоже. Ну, ногами. Не, ну оно же вообще не такой формы. Вот так вот смотри, возьми близко. Вот, вот, видишь, вот близко возьми.
Давай. Только могу вот так боком. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Почему ты его куда-то в бок уводишь? О, вот эта вот часть похожа. А остальное можно не смотреть. Хорошо. А ты хорошо говорю. Нет, вот смотри, вот так не смотри. Вот так. Вот только на кругленькое. Ну вот это вот смотри. Каша? Нет, но это из еды. Банан с яблоком. Банан с яблоком. Орехи. Печенье. Ну говори уже, Алис. Это яйцо. Яйцо, по-моему, рисуется вот так. Я не пойму, Алисенька, ты яичницу хотела нарисовать, что ли? Почему у тебя она такая какая-то? Ну у меня по-другому. Вот яичница. Как желтая. Не, а вот здесь. А вот это вообще? Ну. Ну, Анька, тяни. Так, Алиса, ты готова? Ты сейчас будешь угадывать. Да? Все? Опа. Значит. Так. Лисик. Таким серьезным лицом. Держу. Так. Стоп, стоп, у меня рука неправильная. Ух ты, бог ты мой. Это пушка. Пушка? Это цыпленок. Из которой... Пушка, из которой стреляют цыплятами? Да. Да, вот это художество. Понятно, что? Алиска. Ничего не понятно. Ты видела? Что это? Как ты думаешь? А зачем мне ноги и шкаф? Ты сказала, мне нужны ноги и шкаф. Какие ноги и шкаф? Ты сказала, мне нужны ноги и шкаф. Поговорка такая. Алиса, я не поняла, я даже не помню, что я тебе говорила. Когда? Перед челленджем говорю. А зачем... А почему меня носки не надевают? Ты говоришь, потому что тебе будут нужны ноги и шкаф. Это поговорка такая. Ты спросила, зачем мне голые ноги? Я тебе сказала, за шкафом. Зачем? Значит, не зачем. Зачем мне, говорит, ноги и шкаф? Алиса. Это лягушка. Ну, посмотри внимательно. Ну, из растений. Которые растут на грядке. Это не овощи. Которые пыльца. Алиса загрузилась. Бумажка. Пыльца внутри бумажки. Садятся и пыльца. Ноги, шкаф. Ну, Алиска уже не угадала бы, на самом деле, вообще. Если говорить о пыльце и пчелах, то мне кажется, сразу уже понятно, что это. Это пацаны. Совсем уже близко, только называется с... Дальше уже сама, можешь? Шкаф. Алисонька. Пчелки, где нектар собирают, солнце мое? На чем? Ты знаешь? Да. Цветки, цветок. Опа, а про цветок-то я и забыла, да, Лис? Ну что, в этом челлендже у нас победил кто? Я. Да, у нас сегодня победила Аня. С почином тебя. Первый раз снялась и первая победа. Молодец. Поздравляем Аню, похлопали. Похлопали они, похлопали, похлопали. И вы, похлопали. Зрители, похлопайте. И вы, зрители, похлопайте. Похлопали, похлопали. Молодец, Аня. Ну что, тебе понравилось сниматься? Да. Еще придешь? Да.
Все так неуверенно говоришь? Лиса, я думаю, придет. Вот такой у нас сегодня был челлендж. Очень смешной и достаточно очень грязный. Посмотрите на наш пол. И достаточно очень грязный. Сейчас Алиса и Аня берут в руки влажную салфетку и вытирают полы. И у меня коротко. Ладно, друзья, давайте прощаться. С вами было весело. Всем пока и подписывайтесь на наш канал. И ставьте большие лайки. А я бегу кушать хлопья с молоком.